motherfucking Eagle Double G. Вы это видели? Вы это видели? Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Нахожусь в парке Горького. Не подумайте, что это реклама парка Горького, но здесь прям столько белок. Они прямо по мне ползали, лазили. Проинспектировали мое оборудование. Короче, вообще что-то такое нереальное для Москвы. Но это лично для меня. Я ни разу, например, не видел в московском парке, вот чтобы так вот белки бегали и никого не боялись. Ладно, давайте по крипту. Смотрите, сейчас у нас скучнейший, просто наискучнейший флэт. Единственное из интересных событий, которые произошли в последние там сутки-двое, это был памп, легкий памп биткоин голда. Просто обалдеть. А сейчас вот веду выпуск. Здесь белка, там две белки и здесь белка. И все на меня смотрят. Смотрите, соответственно, у нас с вами был памп по биткоин голду, но я решил там ничего не делать по той причине, что у нас находится в жесточайшей консолидации биткоина, реально консолидация жесткая, чтобы там уже четвертый день у нас была цена, там колебалась в пределах $100-$150, но это, блин, редкость для биткоина, для такого сверхволатильного актива. Ситуация по лонгам и по шортам у нас не поменялась, опять же, шортисты у нас преобладают. И я хотел бы сейчас просто обратить ваше внимание довольно кратко, то что давить курс вниз, ну вот сейчас локально, просто нету смысла, потому что откупать будет на уровне 6300. Сейчас я жду прострел исключительно до уровня 6800, вероятнее всего выше, потому что думаю, что будем ломать локальный нисходящий тренд. Соответственно, сейчас еще очень многие мусолят новый сбакт, который будет 12 декабря. Я, честно, не знаю, как к этому относиться, потому что такое большое количество серьезнейших новостей было. Это и G20, и новости с фьючерсами, и да куча чего мы с вами ждали, вы сами прекрасно знаете. И сработает ли сейчас ситуация с бактом? Обалдеть вообще, для меня это что-то бух. Ну и, соответственно, сейчас отработает ли новость по бакту? Блин, если честно, я не уверен. Но если она толкнет рынок выше, то это будет только большой плюс, потому что тогда мы с вами будем понимать, когда сливать основной актив, это как раз уровень 7400-7600. На данный момент очень маловероятно движение выше, потому что как раз уровень 7400-7600, это уже будет преломление локального нисходящего тренда, что, в свою очередь, должно побудить людей начать закупаться. Ну и тут начнут всех брить, как это обычно и бывает. Также, возможно, отвлекся на белок, но она сейчас опять на меня смотрит. Она опять идет ко мне. Иди ко мне. Давайте ее листочком подманим. Давай, давай. Возможно, отвлекся второй раз на белок. По биткоин голду я сейчас не вижу смысла усредняться по этому активу, по той причине, что сейчас действительно актив слаб, актив у нас пойдет за рынком. И прострел по биткоину я объективно ожидаю до 12 числа, до этой новости с бактом. Ну потому что так долго в таком узком ценовом канале мы просто не можем с вами находиться. В ближайшие несколько дней у нас с вами будет информация по ETF. Думаю, отсюда начнутся локальные движения. Все, друзья, времени вашего больше отнимать не буду. Совсем кратко поделился своими соображениями. Прошлый мой выпуск актуален. В конце будет на него ссылка. Там я делюсь довольно интересными соображениями, как относиться к своим активам на бирже, как чаще торговать в плюс. Ну, собственно говоря, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои мысли в комментариях. Работаем! J'attends que la marée noire monte, que les pluies soient acides, que le CO2 nous asphyxie quand la nuit s'épaissit. J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au mois d'août, que je sois allé sur terre comme un poisson dans le mazout. J'attends un peu plus d'électricité dans l'air, quitte à respirer de l'oxygène 100% nucléaire.